Всем здарова, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить игру под названием C12 Final Resistance. Вот. И, короче, смотрите, фишка такая. Сохранки все же не работали. Не сработали. Мне пришлось опять перепроходить, короче. Ну, хоть не сначала игру, но все равно перепроходить до сюда мне пришлось, короче. И вот. Ну и тогда будем действовать, как и действовали раньше, короче. В точках сохранения, где должны быть сохранения, мы будем использовать сейф стат. Вот. Чтобы было как по чесноку и так далее. Итак, мы собрали, короче, с вами целую кучу всякого дерьма. У нас есть... Так, какой-то черный регулятор частоты какой-то 1 кГц, красный 4 кГц, синий, да, 4 кГц, пропуск в щитовую у нас есть, аккумулятор, портативная аккумуляторная батарея, регулятор частоты 5 кГц и регулятор частоты 3 кГц, красный. И, короче, споры всякие, ну вот, понабирали мы тут. Всякой шляпы. Вот. И задание проникнуть на грузовой терминал пришельцев под подземной железной дорогой и узнать, что случилось, короче, с бригадой и восстановить питание железной дороги. Ну, давайте, я так понимаю, так, сюда у нас требуется аккумулятор. И пропуск в щитовую сюда же. Понятно. Все отлично. Я понял. Так, окей. У нас есть 98 патронов. Что-то пропуск диспетчерскую, смотри. Какую-то диспетчерскую еще пропуск взяли. 98 патронов от автомата, короче, и 5 ракет. Ну, плюс, пока я перепроходил, короче, да, я... Так, 30 ракетниц у нас сэкономили. И я ни разу не истратил, короче, лазерную пушку. Вот, я ни разу из нее не выстрелил. Вот, пока перепроходил, я загасил там, ну, место, где мы в прошлый раз использовали эту лазерную пушку, я загасил всех ракетниц. Итак, вставить регулятор. Ой, 4 у нас ракеты теперь. 4 у нас теперь ракеты, короче. Так, погоди. Вставить регулятор. А каким цветом-то они как-то отличаются? Или нет? Да, отличаются, смотри. Окей. Ставьте регулятор здесь. У нас получается зеленый. Зеленый регулятор. Здесь у нас какой? Здесь у нас синий. Вот он. Синий регулятор. Здесь у нас красный, да? Регулятор. Где это? Черный. Вот, красный. Красный регулятор и... Черный регулятор у нас, ралли-регулировщик. Регулировщик частот. Так, а здесь у нас что-то надо, короче, понажимать, я не знаю, что. Что-то не... погоди, 1, 2... Что так? А что-то не нажал? Опять неправильно. Короче, здесь какая-то головоломка с этими регуляторами. Так, вот это вот мощное, да? А нет, вот это значит. Нифига. Значит, ее давай сразу зажмем. Смотри. Погнали. Теперь вот эту. Погнали. Теперь, наверное, вот эту. Опа! И вот эту. Отлично. Питание включено. Методом тыка, короче, но какой ценой? Питание у нас включено. Из ваших ребят не уцелел ни один. Окей. К вашему возвращению все будет готово. Я, короче, звук прибавил еще в игре, да? Я не знаю, вроде как нормально было. То что-то мне показалось, то что в прошлой серии как-то тихо работало все. Вот. Итак, смотри, что у нас за задание теперь осталось. Осталось у нас... Выполнено. Грузовой терминал. Проникнуть на грузовой терминал пришельцев по железной дороге. А это что, стрелки? Перевести все стрелки таким образом, чтобы можно было проехать по главной линии. О, а-ля, короче, Half-Life. Помните, да?
Хайплапе мы, короче, тоже там гоняли на вагонетке в первой части и стреляли по стрелкам, короче, давайте типа сохранимся. Вот. Окей. Типа у нас, смотри, вагонетка, только я не вижу управления. Так, а где у нас вперед, где у нас назад? Это получается вперед. А, не, а, держать надо. Блин, вот неудобно сделано, короче, этот. Так, стоп. Стоп, куда нам ехать? Неудобно сделано то, что, короче... Кнопка действия и кнопка выстрел на одну кнопку, короче. Это неудобно. Так, стоп, давай, припаркуйся. О, а что за звук такой? Погоди. Здесь, получается, можно пройти в, да, в диспетчерскую, короче, пропуск у нас. Значит, правильно, поехали. Оказывается. Так, так, так. Гранаты. Отличная находка. Окей. Так, стоп. Блин, вот эти вот твари. Надо их как-то, короче, они меня бесят. Тараканы эти. Замочил, что ли? А, все, всех замочил, отлично. Окей. Так, смотри. Надо, короче, перевернуть, чтобы мы смогли проехать по главной дороге, да? Так, что ли? Так, не туда. Ага. Может здесь? О, так может. Погоди, видишь, да? Типа поворот так. Жик. И, короче, по прямой. Типа главная дорога, наверное. Ну, я не знаю. Я так думаю. Давай проверим. Но я думаю, что нам придется возвращаться. Поехали. Веди, веди. А, нет. Стоп, погоди. Это какая у нас... А чё не указано-то, какая это станция? Стоп. Погоди. Я, знаете... Вот что было бы, если бы я, короче, отучился на помощника машиниста, короче. А, это А, короче, путь А. Вот. Но, слава богу, я, короче, не отучился. Вот. И мне это не светит. Я завалил, короче, этого психолога. Вот. И, короче, мне это не светит. Но вот что было бы, если бы я отучился. Блин, мне так кажется, что, смотри, она в другую сторону, да, повернула. Повернула в другую сторону. Ну давай, попробуем. Ой! Сейчас меня током долбанет. Ну что ты на корточках? Уже коротнуло, что ли, на корточке присел. Окей. Давай, поехали. Поворот. Отлично. А здесь стряли. Б, короче, нам надо... А в какую сторону нам надо, Б? Я смогу пройти, посмотреть? Хер. Хер с махер. Окей, ладно. Едем назад. Перемотка назад. Это типа это. Я говорил задом наперед. Ну вы поняли, да, меня? Так, смотри, Б надо повернуть еще. Поворачиваем Б. Туда-туда. И прямо-прямо, наверное. Короче, мы так и будем сейчас кататься туда-сюда. И я так думаю. Вот. И проверять, короче, все пути. Поехали. Всем разойтись. Едет профессиональный помощник. Помощник. Машинист. Короче, понятно. Да, возвращаемся, возвращаемся. Так, стоп, погоди. Да, нажми-то на кнопку.
Так, это какая у нас станция? С. С надо повернуть. С надо повернуть. Смотри, притормаживает на поворотах, да, чтоб не занесло. Да блин! Камера, твою мать. Стоп! Отлично. С. С, кстати, было повернуто, блин. А я ее обратно повернул. Ну ладно. Ну ладно. Мне простительно. Ай, 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 током меня. Током меня. Током било меня. Поехали. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Поехали. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, главная дорога. С. С, поворачивай. Поворачивай. Отлично. Я надеюсь, больше здесь поворачивать не надо никуда. О, да, смотри, мы поехали. Мы поехали, все по прямой. Че, мы не туда приехали? Нам надо было повернуть, что ли? Да твою мать. Вы че, прикалываетесь, что ли? Да повернись ты на эту кнопку, ну, дебил. Да куда ты? Значит, сломалась, что ли? Стоп. Правильно я приехал, нет? Окей, окей. Начнем. А, ну поехали. Все, все правильно, правильно, отлично. А, мы пересели, короче, на другую вагонетку. Удачи вам! Спасибо, чувак! А чё, продолжаем, да? Продолжаем ехать сами на вагонетках? Окей. Поехали. Поехали куда-то в неизвестность. Полковник, я у грузового терминала. Фу, ты сделал это. Отлично, Вогин. Теперь тебе нужно пробраться на борт. Будь осторожен. Охрана там суровая. Попробуй спрятаться в каком-нибудь контейнере. Вас понял. Отличная идея. Но сначала я смотрю местность. Отбой. Окей. Так. Нам нужно спрятаться в какой-то контейнер, да, я так понял. Проникнуть на борт инопланетного транспорта. Окей. Но сначала мы осмотрим местность. А, эти твари, они... Да что ты, хера он такой прыгучий еще? Кто-то там стреляет по мне еще. А, летающие твари прилетели. Еще один. Погоди. Четко. Четко, блин, в голову прям. Отлично. Воу-воу-воу, это что, сигнал тревоги, что ли, сработал или что? Типа такой-то. У нас проникли враги. Ладно. Ну, погнали. Стелсить мы не умеем. Да я думаю, здесь в игре стелсить вообще никак. Так, плазмомет какой-то. Погоди, плазмомет. Видал? Плазмомет взяли. Окей. Пока тратить не будем. Какой-то, знаете, плазмомет, как этот, как рог, из которого пьют там, что там, вино. Ладно. Еще плазмомет находка. Так. Туда нам не пройти. Идем сюда. Так, ящички стоят, как будто за них надо прятаться, знаете, да? Если это был такой... Был бы такой, знаете, продуманный экшен от первого лица. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Лай! Да что ты? Ты не дохнешь. Из гранаты столько патронов надо в него. Так, ладно, сейчас добьем, короче, этот пулемет и
переключимся на другую пушку. Так, смотри, это какой-то... какой-то грузовой... отсек, да, наверное, или что это? А что нам делать надо? Так, ладно, давай осмотрим местность. Смотри, там какой-то пульт управления. А, это кусок трубы отломанный. Я думал, пульт управления. Ну, ну, а чё? Кусок отломанной трубы тоже пульт управления, чё? Так. А в какую вообще нам надо дыру? Чё-то здесь много всяких ходов, и я не знаю, какую дыру нам надо. Смотри. Он говорил, в какой-то контейнер спрятаться. Наверное, какой-то из этих контейнеров, который едет по конвейеру. Ладно, допустим. Допустим. Так, оттуда я пришел, да? Вот здесь еще дырка. Давай заглянем. Так, стоп. Патроны кончились. Переключаемся на какой-нибудь, давайте, плазмомет. Красный, находка, красный ключ какой-то взяли. Допустим, ладно. Смотри, на них тоже какие-то эти значки, видели, да? На табло тоже были значки какие-то, всякие разные. Окей. Так, а здесь что? Здесь что-то ничего. А, во. Красный ключ, да? Так. Стоп. А какую нам надо? Какую нам надо-то? Здесь, смотри, что-то тоже. Нажимать. А что здесь происходит? Ой, я с плазмомета выстрелил. А чё я нажал? А чё надо сделать? Странно. Странно и непонятно. А, смотри, чё-то отключил, короче. А чё надо? А какой? Ну, допустим, вот эту. Допустим. А, смотри, видишь, падает, да? Мясо, короче, да? Вот. А если мы нажимаем на кнопку, короче, мясо пропускается. Вот эту нам надо пропустить. Окей, ладно. Бежим, 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 бежим. А, сейчас найти надо... с этим значком, короче, панель. Где она, где она, где она? Так, зеленая, так, не то. С какая-то. Где, 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 где? Вон красная, вон красная. Ящик уже уехал почти, блин. А, смотри, проехали, да? Все четко. Всех обманули, короче, всех. Я не знаю, правильно мы поехали, нет? Видели, да, сколько путей, короче, можно было сделать, да, проехать, допустим, да? А как мне теперь вылезть отсюда? А, вот. О, началось. Началось колхозе утро. Так, плазмомет, смотри, как фигачит. Просто. Нормально, нормально косим. Нормально косим инопланетное удобрение. Кто еще вышел, да? Тоже за раздачей пришел. Давай, держи. Держи, молодца. Еще? Нет? Все, никто не хочет больше. Ладно, смотри, сохранюшки.
Сохранюшечки. Да? Там, по-моему, помните, да, когда мы стоим вот в этой херне, короче, сохранение, по нам не попадают. Так, ладно. Вот инопланетный корабль. Нам, короче, на него, да, я полагаю, надо попасть. В него. Забраться. Давай. Спускай мне трап. О, лифт. Но, поехали. Стартуем. Я говорю, стартуем. Но я жду. Ладно, я посижу. Ладно, я посижу. Хе-хе, братиш. Хе-хе, братиш, есть семечки. А? Братиш, слышь, слышь, а, братиш. А чё, надо нажать, короче, да? Ой. А, ну да. Ну да. Такой лифт вообще просто. Огонь! Огонь! Ковник, я справился. Я в цехах переработки. А полковник молчит. Я очень долго-долго думал, полковник, короче, что сказать. Это твоя единственная задача. Да. По возможности, избегай контактов с пришельцами. По возможности, избегай контакта с пришельцами. Что-то не освоено, короче, смотри. А, ладно. Так. Попасть в цех переработки и найти доктора Картера. Понятно. Ясно, понятно. Освоен плазмомет, короче, освоен какой-то прием у нас. Плазмомет. А, вон он что. Короче, набирает дасма, видел, да? Это. Силу, короче, и стреляет. Неплохая штука этот плазмомет. Да? Смотри, как это гусеница держит или инопланетный фалос такой в руках просто. Я всех победю инопланетным фалосом. Так. А, здесь у нас закрыто. Так, куда идти-то? Там в дырку, да? Сохраню нет, нет, нету, да? О-о-о. Смотри. Куда ты стреляешь? Хера, ты видал? Ты видал? Хрен попадешь по ним. Какой? За лестницей спрятался. Смотри, ты смотри на него, какой хитрый-то, а? Все четко. Кто еще здесь? Кто есть? У меня еще 205 патронов. И я вас не боюсь, короче. Так, окей. Надо осмотреться. Надо осмотреться, короче, лестницы, да? Лестницы, смотрю, у нас. Тут всякие разные. Давай залезем на лестницу, короче, и осмотримся. Что нам надо делать? Еще бы осматривался бы нормально. Так, погоди. Погоди. Так, что-то мне подсказывает, что надо, короче, передвигаться по этим штукенцам. Вон туда, на платформу. Или может он на ту платформу. Там дверь? Или что, там есть дверь? Наверное, вон туда, на платформу надо передвигаться. Так, а как это сделать? А? 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 А чё ты не залазишь-то? Это типа для тебя высоко или чё? К
Ты только что запрыгнул на такой же квадратик. А? Дебил. Ладно, а как? Надо как-то цепануться, короче, за... Наверное... За ящик. Так, а как это сделать? На присядку? Да. На присядку же он, да, цепляется? А-а-а! Криворукий. Кривожоп. Давай. Ждем следующего. Да что ты, я все ржано так, а? О-о-о, цепанулся. Цепанулся, короче. А, смотри, четко, да? Четко. Так, теперь за этот цепляемся. Поехали, поехали. Отлично. Просто. Просто супер. Так, нам куда? Нам... Вон дверь. Вон дверь. Нам вон туда. Нам надо туда. А какая херня туда едет? Так, это будет далеко. Вон туда нам надо. Короче, за эту сейчас цепляемся. Едем, едем, едем. Да, а чё встал-то? Я долго буду так висеть? У меня силы-то не казённые, слышь. Едем, едем. Так, погоди. Здесь, что ли, спрыгнуть? Так, стоп. Здесь спрыгиваем. Мне надо вон на ту вообще платформу. А, вон, смотри, едет какая. Понятно. Блин, тут запутаться можно. Вот на этот цепляемся. Цепляйся! Так, отлично. Какая из них теперь едет туда? А, ну, в принципе, на любую вот из этих. Поехали. А чё ты встал-то опять? Едем, едем. Всё чётко. Всё, добрались. Добрались до выхода. Отлично. Нифига не намутили тут, а? Тема такая. Ладно. Так. Это какие-то ангары, да, инопланетные. С инопланетными надписями. О, о. Видел. Я тебя видел. Так, здоровится. А, еще один. Но! Пока, блин, в него целился, меня там уже накромсали, короче, эти маленькие упыри летающие. Все, отлично. Смотри, а тут что-то... А, споры. Инопланетные. Желтая спора. Короче, из этой желтой споры можно кислоту, короче, сделать. Мы уже делали, я знаю. Я знаю. У меня уже опыт в химии есть. И здесь, и... В игре Пальмира также как раз ее проходим одновременно с этой игрой. Но там тоже мы недавно. Химией занимались. Так. Куда идти? Наверное. Нет. Не сюда. Огоньки горят, так и ощущение, как будто там проход. А где про... А куда идти? Есть проход так. Споры я уже все собрал. Сверху мы оттуда пришли. Где вход-то? Выход. Вход и выход мне, пожалуйста.
О, смотри, наверх. Бежит, смотри, сюда. Замочил, видал, какой я снайпер нахер. А, вон ржавая решетка, ё-моё. Только что говорил про химию, короче. Окей. Так, какая там из них... желтое при смешивании образует синий. Так. Все. Я себе ноги, короче, подпалил. Оу-оу-оу-оу-оу, снайперы, снайперы. Снайперы. Так, блин, что-то давно сохранки не было, а? Замочил? Замочил. Погоди, а тут минного поля нет? Мне бы посмотреть вот так вот, да? Мин-то нигде нет, а то сейчас подзорвусь и будет не очень приятно проходить все с самого. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как она, вокруг слишком как она так няшно сделала? Так, на всякий случай. И внимательно смотри вокруг. Здесь могут быть... Робот-няшка. Со звуком... Твою мать! Я только сказал про мины, но... Вон они, смотри, наставили, блин, наставили. Не взрываются, не? Опа-та-па-та-тара-па-та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-та. Но, сделай. А чё он не сделал? Так, ладно. Мины. Вот здесь чисто. Вон туда на лестницу, получается, нам надо, да? Алиса, а иди что, может, в сраку. Ты меня задрала просто уже. Почему она путает, короче, лестницу с Алисой? Смотри, сейчас она не вылезла, да? Видать, обиделась. Ладно. Кто-то стрелял, а? Да и хрен с ним. Идем, короче. Лезем наверх. О, привет. Ну-ка, я сейчас... Ну-ка, покажи свое лицо. Все. Здоровье. На здоровье. Боген, похоже, нас подслушивают. Придется прекратить все переговоры до тех пор, пока мы не найдем безопасную частоту. Продолжай, пока все идет хорошо. Да ну нафиг. Так, ключ, у нас ключа нету, да? Ладно. Допустим. Есть здесь сохранка-то, ё-моё. Чуть давно не было сохранений. Ну привет. Где они? Где они вышли? А, вот. Куда ты упрыгал-то, а? Кузнец. Так, откуда он вышел? Отсюда они вышли. Они вышли отсюда. Мне нужен ключ. А, смотри, я ключ. Голубой ключ. Я взял. Все четко. Голубой ключ из голубых инопланетян. О, привет. Твою мать. Не попутали ничего, а? Ребят. Убил, твою мать! Убил меня, блин! Убил!
Да твою мать, ну чё ты не цепляешься-то, дебил, а? Кусок говна, блин. У тебя руки, что ли, отсохли? Твою мать! Сраные контейнеры, а! Сраные контейнеры! Сколько можно? Почему первый раз я прошел это быстро? Ну что ты будешь делать? Да нет, ну, нет, ну, нет, ну, какого хрена, ну, сколько уже, минут 20 я здесь пытаюсь пройти, почему не было там сраной сохранки, твою мать, а? Да куда ты, ну? Фух, друзья, прошел я эти ящики, короче, сраные, прошел. Дошел, короче, почти до того места, где сдох, где нас убили, короче. Эту, блин, сохранку мне дайте, сохранку. Понятно, мы это уже видели. Да. Отлично, один готов. Вот этих чуваков лучше, наверное, убивать, знаете, вот так, да, с прицела. Видали, да, он сразу кирдык ему, и просто он готов. Так, ладно. Прибило, короче, дверью. Ну-ка, чувак. Блин, и чё у него такая голова-то бронированная? Сдохни. Так, пропуск пришельцев взяли. О, смотрите, там еще чувак. Так, давайте мы другое оружие сейчас выберем. Давайте пулемет возьмем. Пулеметик. Хера, мне уже половину жизни скромсал. Нет, давай-ка я возьму гранатомет. Аптечку же нам не взять. Вы не можете это использовать. Ну иди ты в жопу. Так, это что? Не то. Используй пулемет. Все, ракетами захерачил, да? Так, пропуск пришельцев опять какой-то взял. Еще один. Еще один пропуск пришельцев. А, вот сюда пропуск пришельцев нужен. А, здесь что? А, здесь все просто показано. Ну, окей. Че, здесь никого? И здесь никого. Ладно, допустим. Ящик. А для чего ящик нам? Так, ящик для чего-то нам нужен. Куда ползешь-то? Ползи наверх. Дали бы сохранку, да? В смысле? Решетка тоже, что ли? Едет верхняя. Так, а нам здесь пройти, да, надо? Надо, короче. Фигушки нас туда не пропустят. Просто так. А, нет, смотри, пропустили. Я-то думал, не пропустят. Так. Че, здесь пусто, никого здесь нет? Ну, окей. Окей.
Да что ты творишь-то, ну? Давай себя взорви еще тут. Короче, надо там этот ящик сюда пригнать. Я понял. Пропуск. Пропуск, ну у меня же где-то был пропуск, нет? Так. Стоп. Ящик. Ну давай попробуем его. Его туда отодвинуть. Для чего-то же он нужен, этот ящик. Вон, смотри. Вон дырка наверху. Я понял. Ты можешь его быстрее толкать, а? Сохранку мне дайте, сохранку, ну. Здоровья ни хера нет. Кто рычит? Снизу, что ли? Ну ладно. Ребят. Да целься ты на них, ну! Так, один готов. Здоровье! Отлично, отлично, блин. Здоровье вообще жесть. Все, убил. Пропуск пришельцев. Отлично. Это лестница. Бог ты мой, какое кривое управление. Какое кривое управление. Так, пропуск пришельцев взял. Мне обратно туда, что ли, надо теперь? Так, я надеюсь, здесь-то где-то будет сохранка уже. Хер там, смотри. А, вон сохранка, отлично. Все. Отлично, сохраняемся. Сохраняемся, дорогие друзья. И на этом будем заканчивать. Вот, серия и так подзатянулась. Помучились мы, один раз убили, короче, и на вагонетках покатались, и вообще все. Все поделали. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.